Приветствую вас. Я думаю, что вы очень сильно обесцениваете себя, раз, во-первых, сравниваете себя с другими людьми, это первое. И второе, раз вы считаете, что молодой человек в вас влюбился, именно потому, что он влюбчивый. То есть, давайте вот прямо скажем, что вы считаете, что влюбиться в вас нельзя. Вот. Если вы считаете, что влюбиться в вас нельзя. Вы считаете, что недостойны того, чтобы, грубо говоря, в вас влюбился такой мужчина, как вот ваш парень, например. Только потому, что до этого у него девушки были, ну, модельной внешности. По факту, здесь вы говорите про то, что внешность самое важное, и вы сравниваете себя другими девушками именно по внешности. Вот. Естественно, проигрываем. И на вопрос, почему проигрывая, да, можно ответить, в принципе, так, что сама интенция сравнивать уже свидетельствует о том, что вы не с лучшей стороны о себе думаете. Не в лучшем ключе о себе думаете. Вот. Это вот такой момент, такая история. Собственно, как вы приходите к идее сравнивать себя с другими, как вы приходите, в частности, к тому, что вас нельзя влюбиться просто так, только потому, что вы не видели, чтобы успешный барон там бегал за кем-то, хотя это зависит, опять же, исключительно от опыта. Но вот это вот то, в первую очередь, вам совершенно нужно работать. Это первое. Это первое. На что нужно обратить внимание. Значит, второе связано с тем, что человек болезненно мужчина в частности, болезненно воспринимает, когда ему изменяют. Ну, здесь история про задетое самолюбие и так далее. То есть тут, в принципе, тут все очень просто. Вот. Ну, есть, конечно, определенный момент с выстраиванием отношений, конечно. Вот. В плане того, что человек, очевидно, выстраивает отношения свои, как-то не так. Вот. И, вероятно, у него есть какие-то сложности. Может быть, он также обесценивает
себя, как и вы. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому тут не все так просто, на самом деле. Вот. Как сказал мой коллега, значит, Кудряшов Игорь Леонидович, ваша тревожность никуда не уйдет из-за того, что вы поймете его психологию. Проблема вас, и решать эту проблему нужно тоже вам. Вот, и только вам. Поэтому не стоит здесь пытаться понять человека, да, лучше постарайтесь понять себя. Вот. Это такой момент. Так, дальше, значит, вы ревнуете. У вас чувство собственничества есть к человеку. Я подозреваю, что присутствовала тема измены у вас. Я так думаю, что здесь тема измены присутствовала у вас. Ну, где-то. Где-то в семье, например, да, среди близких, ну где-то вот присутствовал у вас тема измены, потому что, ну, вы её боитесь, это очевидно. Это нужно разобрать, момент это важный для вас. Вот. Дальше, значит. Так, мой парень был влюбчивым, меня это не наглушит. Ну, вы себя обесцениваете, самооценка здесь у вас. До меня у него были две серьезные девушки, одна его отшивала из меня, а он до сих пор про нее говорит хорошие вещи. И что? Как это на вас влияет? Вообще, какое вам дело до того, что было у молодого человека в прошлом? Было еще минимум три девушки, за которыми он ухаживал, они все его отшили, только одна с ним повстречалась и в итоге изменила ему. Ну, это проблема молодого человека. Девочка все очень красивая, популярная, модельная внешность, и их, в принципе, хотят все. Ну, вот молодой человек, он выбирал их не случайно. Я полагаю. Но честно, я никогда не видел, чтобы реально успешный красивый парень бегал за всеми подряд. Если вы чего-то не видели, это значит, что ваш мужчина влюбчивый. Это так работает. То есть мерило людей это ваш опыт. Странно бить тревогу спустя год отношений, на самом деле меня всегда это беспокоило, чем? Как будто я одна из многих, а не особенная. Это вы так себя чувствуете, это молодой человек здесь ни при чем. Объясните, пожалуйста, его психологию, значит, так, ну, как я сказал, я его психологию немножко объяснил, но вам это не поможет решить вашу проблему. Вот. Проблема того, что вас бросят, проблема страха одиночества. Это не решит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.